Российская журналистика переживает тяжелые времена. При этом количество социальных проблем и тяжелых историй в нашей стране выросло в разы. Письма с просьбами о помощи, которые мы получаем от подписчиков, рвут сердце. Нам хочется писать, помогать еще больше, но ресурсов и сил таких дел почти не осталось. Мы существуем за счет пожертвований, а их стало катастрофически мало. Оказавшись в трудной ситуации, люди отказываются от помощи фондам и редакциям. Это и крупные доноры, и простые читатели. В общем, денег стало мало, а делать материалы без них невозможно. Чтобы выжить, мы сократили бюджет и расстались со многими сотрудниками. Мы свели к минимуму работу с нештатными авторами. У нас практически нет командировок, ведь это очень большая статья расходов. Мы могли бы уехать из страны и поискать деньги за рубежом. Но лично я не представляю, как можно писать о России вдали от нее. Рассказать историю честно и подробно можно только увидев своими глазами. Я могу рассказать десятки историй, счастливый конец которых стал возможен только потому, что наши журналисты смогли поехать героем. И я очень надеюсь, что мы продолжим ездить, и что вы поддержите нас в это трудное время. Сейчас важно, как никогда важно, видеть объективную картину мира и помогать тем, кто не справляется. Что станет с благотворительными организациями, которые останутся без нашей поддержки? Что станет с людьми, для которых журналист часто единственный друг и спаситель? Поэтому мы очень просим вас не отписываться от пожертвований в адрес таких дел и подписаться на любую удобную сумму, если вы нас читаете. Тем более, что теперь есть возможность подписаться на пожертвования в адрес таких дел из-за границы. Мы обещаем, что каждый рубль будет вложен в важные и интересные истории. Обещаем не раскисать и не сдаваться. И сделать все возможное для выживания социальной журналистики в России. Такие дела.